Друзьяши, всем привет! С вами снова Капанда, и сегодня играем в Roblox на плейсе Дина Тайкун. Короче, Тайкун с динозаврами. Будем строить большой зоопарк, где будет куча разных динозавров и так далее. Давайте глянем, что тут есть. Короче, вот есть у нас магазинчик. В этом магазине мы можем покупать всякие украшения, плитки, там столы, стулья. О, даже можно почтовый ящик, чтобы можно было написать письмо динозавру, да, наверное. А, наши динозавры и всякие там штуки-дрюки, там двери, кусты, кустарники всякие, не знаю, я это еще не строил. Давайте построим нашего первого динозавра. Опа-на! Покупаем его. Он появляется у нас вот здесь в инвентаре. Так, музыку отключим. Появляется в инвентаре. И куда его поставим? Динозавр, ну-ка вылазь давай. Ты где? А, вот он. Эть, куда его поставить-то? Эй, динозаврик. Вылазь давай, вылупляйся. Вот сюда, наверное, да, с этой стороны его поставим. Давай двигайся. О, вот он. Я хотел его подвинуть. Так, когда мы нажимаем на клетку, можно его продать, подвинуть, купить такого же, либо убрать в инвентарь. Нажмем подвинуть, я его хочу в угол сюда поставить. Чтобы аккуратненько. Вот, я люблю, когда все аккуратненько. О, здорово, товарищ. О, к нему залезть даже можно. Оп, на лапу и на голову. О, красавчики. Смотрите, он даже так кверху ее поднял. Он чувствует, что я залез, да? Он чувствует. Друг, привет. Ой, он добренький такой, миленький, хорошенький динозаврик мой. Вон он на луну смотрит. Ага, как собака лает. Воет, как этот. Волк, волчонок. Так, у меня осталось 5000. На 5000 давайте глянем, что мы можем еще построить. Первого мы построили, сразу же открывается второго уровня. И покупаем его второго уровня. Где он? И ставим вот, наверное, вот с этой стороны я его хочу поставить. Давай, двигайся. Что-то плохо двигается сегодня так. Оп. Давай сюда. Ну поближе, давай. Я хочу его подвинуть. О. Нет. Подвинуть. Как-то тут кривовато сделано. Оп. Все подвинулось. О, вот он, красавчик наш. Ну-ка, это плезиозавр. Один из больших или величайших, морских животных каких-то. Морских монстров. Короче, морской монстр. А это у нас что написано? О, он принес нам деньги. 560. Первый принес. Это же так прикольно. А это у нас Т-рекс. Один из самых популярных, динозавров. Ну да, Т-рекс это тираннозавр, один из самых популярных. Это прикольно. Так. Сколько у нас осталось? 3000. И следующий динозавр стоит 3500. Ва, чуть-чуть не хватает. А, кстати, смотрите, еще когда мы нажимаем, можно сразу же собрать у них денежки. Сколько? О, 400 принесло. Это чудовище нам. Мы собрали деньги. И сколько у нас появилось? О, 400. 4, теперь у нас 3500. 3500. И покупаем еще одного динозавра. И куда его поставить? Давайте поставим, наверное, вот здесь его сзади. О, вот так вот. Все. Это уже он с трехроги. Ну-ка, как его зовут? Друг, как тебя зовут? Трицераптос. Довольно прикольный трехрогий динозавр. Написано. Ха. Ну-ка посмотрим, какой он прикольный. Нет. Вау, милашка такой. Привет, друг. Эй, тихо, я застрял тут. Эй, тут какие-то кустарники. Тебе надо бы тут вызвать этого садовника, чтобы тебе подстриг все. Воу. Прикольно, можно вот так вот на нем кататься и вот здесь удержаться. Вот за эту его штуку. За его этот гребешок. Вот так вот хватаешься. Давай, я почти схватился. Когда он сильно нас будет тут катать по всему этому полю, я буду держаться за него. Оп, ну-ка на ты. Ой, я ему на рога встал. Прикольно. И выпрыгиваем отсюда. О, нам денежку принесли. Это наш Т-рекс принес нам деньги. У него, наверное, ходят люди, смотрят, глазеют и платят нам за это деньги в кассу. Где у нас тут касса? О, там какой-то чувачок, кстати, сидит. Ну-ка, пойдемте глянем, что он там делает. Друг, привет. О, да у него удочка есть. Че он такой? О, застыл. Удочка. О, прикольная удочка. И че? И все, и замер он. Эй, друг, очнись. О, так у меня тоже есть удочка, единичка. Прикольно. Это нам динозавров ловить или рыбу? Ну-ка, пойдемте попробуем порыбачить. Вау! Смотрите, поплавок. Ха-ха. Прикольно. Вон он. Где он? Вот он, поплавок. Ну как, клюет, нет?
А, смотрите, я даже не разобрался. У нас тут есть тиры какие-то, один из трех, типа durability 100, типа выносливость или состояние и catch time. А, тихо. Что-то... О, мы кого-то поймали, что ли? Во, смотрите, у нас durability стало 99. И время это 8-25 секунд. А, catch time, когда, время, когда как можно поймать. Сколько, наверное, времени? Воу, прикольно. О, тихо, я куда-то сквозь это, что ли, кинул? Смотрите, какая у меня волшебная удочка. Она прям идет сквозь пирс пробивает. Супер удочка с супер леской. Волшебная. Точно, у меня волшебная уточка. Удочка. Уточка, сказал. Он похож на уточку? О, клюет. И 400 монеток я выловил. Блин, прикольно. Короче, здесь мало того, что тайкун. Динозавры, так еще и можно рыбу ловить. Так, пошлите бабосики наши соберем. Сколько нам морское чудовище принесло? Ого, 1400. Молодец, дружище. Да я его похвалю. Молодец. Хороший мой. Приноси мне денежку. Так, Т-рекс. Сколько нам принес? 800, подешевле. А, понятно, чем дороже динозавр, соответственно, тем он больше и приносит денег. Ну да, логично. А этот, наверное, самый дорогой должен быть. 1500 принесет. 1400, тоже неплохо. Тоже неплохо. И у меня 5100. А следующий динозавр стоит... летающий 4000. Ну-ка, так это же у нас этот, птеродактиль. О, он какой-то большой, клетка у него. Давайте его вот сюда поставим. Ну-ка, вот так вот. Ой, какой милашка. Так, как к нему залезть? Наверх, только на клетку. Только на клетку можно к нему. Вон он там сидит, птеродактиль. Ну-ка, как его зовут? Да, птеродактиль. Один из больших летающих динозавров известных. Точно здоровый. О, теперь мы можем к этому запрыгнуть. Опа! И мы запрыгнули к нему. Вот он же в воде, да? Это у него вода. Только я почему-то здесь бегаю, я не плаваю. У него какая-то прозрачная водичка, значит, да? Ну-ка, на него. Оп, на плавники можно. Даже на плавники. Раз плавник, два плавник. Три плавник, четыре плавник и хвост. И по хвосту, и на голову. И на голове я. Здорово, дружище, ты добрый? Да, ты добрый, я знаю. Опа, перепрыгиваем. Так, а у нас там опять денежка скопилась. Оп, 600. Ой, ничего не хватает. Ну-ка, следующий динозавр стоит 6000. Дорого. Ну что, надо копить на него. А пока мы на него копим, давайте посмотрим, что можно еще купить здесь. Декорацию. Это что? Это какие-то плитки. Это я не хочу покупать. О, можешь фонарь купить. Ну-ка, здесь еще есть. О, кусты какие-то. Ну-ка, куплю этот куст. Так, где он у нас появился? Во. Ой, такой мелкий. Типа заборчик какой-то. О, я придумал, мы его сейчас переместим в инвентарь. В инвентарь. И вот этому дадим покушать. Если у него кончится жратва. Так, а как нам развернуть? Во, вот так вот разворачиваем. И вот сюда. Это у меня типа кормушка будет. Когда ты тут все свои цветы подъешь. О, ты с чем принес? Трицераптус. Когда ты все тут съешь, ты можешь голову просунуть и поесть вот эти кустики. Это для тебя. Это, как я говорю, заначка. На черный день заначечка. Так, а пошлите еще порыбачим. Я хочу еще что-нибудь половить рыбку. И как раз докопим до следующего нашего рогатого динозавра. Какого-нибудь. Так, оп. Закидываем удочку. Бенч. И ждем. От 8 до 25 секунд, я так понял. И сейчас мы кого-нибудь выловим. Давай, рыбка. Не, клюет. Тихо. Рыбу главное, надо подкормить рыбку. Хлебушком. О, е, 111. Прикольно, 111 я выловил. Ну-ка еще. Есть, закидываем. Блин, короче, и рыбачить можно, и разводить динозавров. Это же круто. Это мега круто просто. Давай, клюйся. И пойдем что-нибудь еще купим. Ну где рыбка-то? Рыба моей мечты. Есть. Во, 300 выловили, прикольно. У нас уже 3600. И мы сейчас заберем зарплату у наших динозавров. О, этого 900. 1000. И птеродактиль нам принес первую зарплату. Бу, 1500, прикольно. И у нас уже 7200. Так. А где все эти... Во. И у нас пропали, я не вижу. Во. Менюшка пропала.
Так, динозавр за 6000. Покупаем его и ставим. Куда поставить его? Куда поставить? Может, посередке? Нет, вот здесь их буду так по очереди ставить. И а здесь нам что-то мешает. Камень мешает какой-то. Его как-то можно убрать? Ладно, поставим пока сюда. Ага, чтобы его убрать, нужно 5000, чтобы очистить это... А, это весь остров этот можно будет очистить и застроить динозаврами. Понятно. Здесь типа как в этих играх, типа Clash of Clans, когда там надо было расчищать там. Короче, за бабки, короче, 4000 дерева стоит убрать. 2000 это вот этот камень, куст 3000. Почему-то камень стоит дешевле брать, чем куст. Ха, он же тяжелее в 10 раз. Ладно, я хотел посмотреть, как этого дядьку нашего зовут, клёвого. Стегозавр. Прикольный стегозавр. Ну-ка, на к нему можно залезть? О, залазим. У-у-у, прикольный чувак. Ого, какой у него мощный хвост. Это у него такие шипы, и здесь эти штуки. Ой, когда буду кататься, тоже буду за них вот так вот держаться лапами. Ха-ха. Руками хоп-хоп-хоп, схватился и побежал. Можно его, интересно, выпустить? Можно было бы здесь сделать ворота и из этой клетки его выпустить, чтобы он побегал. Было бы вообще прикольненько, да? Но сесть на него сверху, я бы, наверное, хотел вот на этом трехрогом покататься. Эй, давай залазь ты. Чё ты такой? Во-во-во, давай. Во-в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 о. Вот. Вот эту штуку. Я бы держался за вот эту штуку. Было бы прикольно. Ну дайте залезть. Во, вот так вот. Тут за нее хватаешься, держишься и катаешься. У тиранозавра не за что держаться, только за шею, наверное, либо за хвост. Да, я бы, наверное, хвост вот так вот обнял. И он бы побежал, а я бы так орал и на хвосте болтался. Да, было бы прикольно. А на этом можно было бы поплавать, точно. Сделать ему ворота сюда, сделать вот такой загон здесь, бассейн. Вот здесь. Нет, вот здесь вот, возле пирса. И все, и чтобы он на ночь выплывал. Поплавал. Я прибегаю, его зову, эй, дружок, назад. Угу. Оп, и он дома уже. Да, размечтался. Наверное, мне кажется, нельзя их все-таки выпускать. Но было бы прикольно. Так, у нас 5000. А сколько следующий динозавр стоит? 12000. Ничего себе. Это велосираптор, да? Ну, велосираптора нам надо много денег. Я думаю, мы запишем это уже в следующей, во второй серии. Да, друзья? Если вам понравится, наберем кучу лайков. И тогда я запишу обязательно вторую серию. А на этом первую мы будем уже заканчивать. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Капанда. Увидимся в следующих видосах. Пока-пока.